Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Сейчас, подожди. Блять, ну и рожа. Ёбаные петухи. Мы сообщаем. Все, никто меня не смотрит, нахуй, это не нужно. Опа, кто-то пошел. На самом деле, мне очень ясно. На, тебе помахать, чувак. 4 человека, это очень много. Мне кажется, вся проблема в том, что на меня подписано 4000 школьников, и они сейчас спят. Потому что завтра суббота, и им всем в школу. Какая школа, лето? Вообще-то я летом учился в школе. 5 человек, yeah. В общем, в Питере я, блядь, веду этот прямой эфир для того, чтобы сказать, что в Питере ясно. Не, на самом деле, если здесь есть кто-то из питерских, воскресенье, тем, кто спрашивал, мы наконец-то пойдем стритовать. Ты лучший. Ясно. Вот, как тут? Он ся. Вот, мы пойдем стритовать, и, скорее всего, мы будем стритовать на галерее. Так что, завтра на речку. А что завтра на речке? Я не знаю, что завтра на речке. Вот, мы будем стритовать на галерее. Между прочим, будет день ВМФ, и это мой праздник. Так что я принимаю подарочки. В виде тельняшек, там, пилоток. В основном пилоток. Девять человек. О, мы с Диманом на речку. Бля, я бы не советовал завтра ехать на речку, потому что есть вероятность, что вы утонете, нахуй. Как тебе Исла? На самом деле, а как вам батл вообще? Bitch, I'm bowling, cooking dope. Вообще-то OG, если что, это религия, не забывайте, да, об этом. Исла? Да, ну как? Ну нормально, типа, но... Так, привет, Вован. Как сейчас отвечу. В общем, ну, мне кажется, что они на фоне Артурчика с Жекой смотрелись все равно более проигрышно. Как будто... Ну, как будто, типа, мужики с парнями, знаете. То есть, такое было. Пррр. Так, как отбатлились нарвать на битах? Ну, я не знаю, по моим ощущениям, мы отбатлились хорошо. В общем-то, даже не хорошо. Ну, мне было в тот момент вообще охуенно, например. А как оно будет на видео, ну это же всегда по-разному. То есть те, кто ходил на эти ивенты вживую, и те, кто потом пересматривал это на видео, я надеюсь, понимают, насколько, блядь, велика разница. Вот. Муждеи взорвали. А вот это мы скоро узнаем. Очень-очень скоро мы узнаем. Кстати, ребята, в воскресенье выйдет наш влог. Первая часть взорвать на битах и со 140. Давай здесь перейдем. Вот, и там будет много интересных моментов. Куда ты, Идель? Я иду. Я Идель Кигарян. А на каком языке это, куда ты, Идель? Куда ты идешь? Я иду к Кигаряну, и Кигарян очень красивый мальчик. Мы сейчас будем с ним видаться. А мы можем тоже все выпросить? Что за тема помахать, блядь? Вы помахали. А когда выходит альбом Рем Дигги? Хрен его знает. У него разве альбом выходит? Ну, видимо, да, я не знаю, пишут об этом. Альбом выходит, а Дигга нет. Я вот да. На самом деле, я очень жду, когда я допишу свой альбом, сольный. А я его пишу, и я думаю, что очень скоро он выйдет. Бля, это Пиздатый трек играет, между прочим. Так.
летом должен, пишут, что летом должен выйти. А, ты вообще в ВК друзья добавляешь? Слушай, я добавляю, если меня прям заебать. Вот если ты мне напишешь то, что, не знаю, добавь друзья там, возможно, я добавлю. А так, типа, просто заявки я не принимаю. Я, наоборот, чищу периодически свой список друзей, ну, потому что пизду. А, правда, что Диман Винокур сосет? Ну, по-моему, была такая инфа. Бля, 17 человек уже смотрит, ну это прям пиздец. Биты быстрые были где? Смотря где были быстрые биты. Кстати, пацаны, на самом деле, вот вышел батл Загубного Майка на Back to Beat. Блять, как он вам? Вообще, он вживую был самый охуенный. Я просто когда услышал, блядь, это пиздец, это что-то новое вообще, по-моему, в батл-рэпе. Стоит ли ждать мясо оторвать на битах? Ну, блядь, я думаю, судя по батлу, который вышел, вы должны понимать, что на самом деле обе тусовки рвать на битах прошли очень охуенно, и я думаю, стоит ждать многого. Но, опять же, хуй его знает, как будет на видео. Вживую все было очень круто. Не вовремя ты вышел в эфир? Ну, конечно, не вовремя, потому что, ну, как бы, блядь, ну, мало, ну, типа, много времени, все школьники, которые на меня подписаны, они спят. Я заебал, добавь. Вот, скопируй это и отправь. Диктатор засел на дно. Нет, диктатора я недавно видел. И он звал меня купаться. Так что диктатор жив. А что там, как с его творчеством, я хуй знает. Блять, эта фотка фейк, полная хуйня. Типа, где Жикаджио, блять, избит. Если бы кто-то тронул Жикаджио, я думаю... Там бы была избитого фотка, не только его, на самом деле. Да и вообще, ну типа, блядь, это же батл рэп. Пацаны просто угорали насчет, блядь, всего, я думаю, блядь. Ну типа, хуй знает, кто там собирался драться. Разъеб от Майка, Загубный топ. Загубный вообще топ, ну типа, я не понял, почему, блядь, так мало просмотров, нахуй, на его батле. Прям очень мало, потому что вживую, когда был финал Back to Beat, это казалось то, что это самый лучший батл вообще всего вечера. Почему не было заявки на 142? Ну, блядь, потому что сколько можно, во-первых, все батлы, которые были на Back to Beat, они были, ну, не очень вообще хорошие. Во-вторых, мы подали заявку на рвать на битах. И в-третьих, да просто уже заебало делать батлы ради батлов. Хочется писать треки, чем я сейчас и занимаюсь. И я думаю, в скором времени будет очень-очень много треков. Я сейчас участвую в трех проектах. И это намного больше мне нравится, чем, ну вот, например, батлы на Back to Beat, потому что, блядь, мне кажется, я ни одного достойного батла там не сделал. Ну вот. Так, я тогда пойду. Напишу, типа, добавишь. Да, напиши, я добавлю. Я был на тусовке 140 BPM, но я был не на всей тусовке, потому что, блядь, в определенный момент меня забрали в ментовку. Из-за того, что я вышел на улицу с пивом. И когда я вернулся... О, Ксюха, привет! Слышишь, Ксюха, мы в воскресенье стритуем. Ты чё, кого там? Вот, и поэтому не получилось у меня посмотреть всех. Я посмотрел Трейса. Посмотрел еще пару ребят. И самое главное, я посмотрел батл ноунейма с Марулом. Передай привет Матвею Фееву, пожалуйста. Привет Матвею Фееву. Так, как тебе твердый знак? Ну, я не знаю, я лично с ним не знаком. Если мы с Ислой хотя бы немножко общались, то с этим чуваком я вообще не знаком, поэтому, ну, как бы хуй знает. Никак, наверное. Топ прям. Да ладно, огонь. Да, Ксюха, короче, давай завтра созвонимся, потому что Ромыч уехал, мы с Младиным в воскресенье собрались тритовать, это день ВМФ. Так, у тебя охуенный батл был с Валей. Да, вот с Валей был более-менее, типа, неплохой батл, но можно было сделать лучше, но лучше, наверное, на Back to Beat я не сделал. Да, это был самый, по-моему, пиздатый. Ни на финал, ни на... Ни против Трейса, ни против Фары. Против Трейса и против Фары я вообще не старался, потому что, ну, как бы, хуй знает. Когда фит с Кингстой или с Чипа Чипом? На самом деле, скоро будет фит с Плейблэком.
Вот. А с Кингстой и с Чипа Чипом пока ничего не планируется. На свай тема, на свай пиздец тема вообще, блядь. Только тема загубного Майка, мне кажется. Написал, думаю, добавишь ты слишком топовый, чтобы врать. Да, чувак, я видел, что ты написал уже, у меня вылезла там эта хуйня. А, Вова, что финал так завалил? Да, блядь, я думаю, сейчас уже можно рассказывать, потому что там была такая хуйня, что этот, как его там, Квиджо, Дима Квиджо, предложил нам сделать тему такую, чтобы мы залетали друг против друга. Ну, типа, друг после друга сразу же. И получается, там бит шел именно так, что сперва у меня текст идет, ну, на обычный бит, потом начинается, ну, типа, две четверки на обычный бит, потом начинается две четверки на бит под прямую бочку. И когда читал Кукиш, у нас был с ним была договоренность, что если ты сбиваешься, перечитывай заново полностью. Он не сбился, у него там был релоуд, или он сбился, я ему говорю, читай заново, нет. Он начал с того же момента, ну, типа, с начала бита, и получается, я начал свой читать текст уже после него, уже под прямую бочку, хотя этот текст писался под обычный бит. И, ну, и, короче, там все пошло по пизде сразу же, и я такой вообще охуел, ну, и, типа, думаю, да в пизду все это, короче. И позабывал там очень многое, хотя я нормально знал текст. Ну, и Кукиш тоже перенервничал. Да похуй на этот финал. Типа, я был очень рад, что Кукиш победил, потому что, мне кажется, для него эта победа была важнее, чем для меня. Я изначально залетел на Back to Beat, ну, так, по фану. Почему так плохо на The Connect Battle подготовился? Ну, потому что я не мог у Ромыча дома разъебать его на глазах у его же толпы. Это было просто бы не пацански, не по-дружески. Нет, Квит не хуёво организовал, Квит все сделал охуенно, Квит охуенный организатор. Но вот его, блядь, все эти новшества, нововведения, мне кажется, они не совсем всегда уместны нам сюда. Салам, брат, как сам? Чё, пацаны, вы там как сами? Время напоминает мне погоню за псами. Знаком с Картрайтом? Нет. Как относишься к про килограмму, блядь? Хочу сказать, что у них был охуенный батл. Отношусь, ну, блядь, я не знаю, как человека, нормально, как к рэперу к нему отношусь, он заебись делает. По-моему, он как-то крикнул, нет, мне показалось. Так, три лучших МЦ, которые батлят под биты. Ну, блядь, естественно, это Go Kill, No Name. Ну и Redo, наверное. Шум, кстати. Шум мне не то, что нравится под биты, мне нравится, вот, например, как Шум треки пишут все. Прям, блядь, вот он может хорошие треки делать. Именно русский рэп он хорошо пишет. А будет Back to Beat 2, да. Ну, насколько я знаю, Квит заикался о том, что он в сентябре, наверное, будет запускать что-то. С кем фит хочешь? Хочу фит с Тикнайном, парни. Вайп охуенный. Кого боишься нарвать на битах или бесстрашный? Блять, да насчет типа того, кого бояться, типа никого, а вот насчет того, с кем бы хотел, я бы хотел, например, побатлить очень сильно с экстемплами, потому что мы с ними батлились, как-то было дело на этом, как он, на питбуль батле. Кто, по твоему мнению, лучше текстовик? По моему мнению, лучше текстовик это Хос. Ну, именно если из батловых вы имеете в виду. От тебя и из окна вместо текста. Ничего не понял, конечно. Ну все, парни, мы, короче, уже дошли до места. Так что всем, чтобы вам было ясно. И не забывайте о том, что вам пора спать завтра в школу. Всем пока.